Привет, друзья! Первый полет и производство ударного дрона Куб-10Э показаны в России. БПЛА Куб-10Э относятся к серии дронов Куб, но, как видно из видео, дрон стал совершенно другим. Дрон Куб-10Э предназначен для поражения небронированной военной техники и прочих объектов. Производитель не сообщает дальность полета дрона Куб-10 и его боевые возможности, но известно, что они значительно возросли. Прошлая версия дрона Куб могла летать на 50 километров. Обзор по нему есть на канале, он имеет положительные отзывы военнослужащих. Корпус дрона Куб-10 похож на БПЛА Гранат-4. Информация о нем есть на канале. Как и базовая модель, новый дрон Куб-10 запускается с катапульты и достигает скорости 100 км в час при высоте полета от 100 до 2500 метров. Масса боевой части не указана. В базовой версии она была около 3 кг. Наведение дрона Куб-10 осуществляется по координатам GPS или при помощи оптико-электронной системы. Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.